Всех приветствую. Хочу поделиться информацией по пулям. Сегодня было время сделать такой контрольный отстрел на экспансивность пуль. Вот сразу покажу, на чем делал отстрел. Вот это вот такой леший 7.62 с обычным барабаном. Не подполнотел, и пулька хорошо в нем плотно сидит. Вот, для отстрела использовал один приклад на двух лешах. Вот этот леший 6.35 с полигональным стволом. И использовал вот этот приклад. Приклад отличается от штатного тем, что здесь стоит удлинитель 4 см и колба стоит 0.48. А давление было 210 атмосфер на начале теста. Или 220 где-то. Сейчас опустилось до 200. Вот редуктор настроен где-то на 155 атмосфер. При настройке использовал вот такой манометр нового образца от Эдуарда, электронный. Вот, также вот поставил пока этот манометр в короткий приклад, потому что ребенку удобнее с коротким прикладом. Мне как-то с длинным поудобнее. Ребенок стреляет с коротким. Вот. То есть манометр удобная штука показывает. Вот, скорость настроена под пульку барракуда 2-граммовую. Где-то 2.80. Вот, и теперь по пулькам. Было интересно посмотреть, как со стандартными настройками полетит у нас 7.62 пуля, 3,2 грамма. Вот такая пуля, экспансивная, 7.62, у нее диаметр изначальный. Вот. При ее отстреле редуктор никак не перенастраивался. То есть стреляли с настройками от 6.35. Основание пули увеличилось до 7.9. И острие у нас расплющилось до 11.18. Не совсем равномерно. Где-то, наверное, было у меня, по-моему, 11.20 мерилось. А, ну здесь 11.13. Ну, будем считать, что 11.15 средняя. Вот это, к сожалению, не было возможности померить скорость. Погода плохая, а хронограф оптически плохо меряет такую погоду. Вот. Далее мы стреляли барракуда Hunter. Соответственно, 6.35 она изначально у нас. Даже вот на голове 6.32. Хвост. Хвост 6.41. Интересно, как она сделана. Она показала себя вот так. Ее вывернула наизнанку. Голову натянула на хвост, и центр где-то вылетел. То есть, скорее всего, часть своей массы какой-то она потеряла. Вот. Дальше барракуда Hunter Extreme, такая крестообразная. Голова у нее 6.34. Хвост 6.46. Она раскрылась вот таким квадратом. Очень интересно. Вот. Если по диагонали мерить 11.13. И если грани померить, то 9.18. Вот эту пулю использовал по селезням. Очень интересно. При попадании по голове шею ломает, и шея становится мягкая, как тряпочка. Причем многократно. И всегда при попадании по голове очень сильный получается удар передается на голову селезня. Вот. Дальше полнотел. 2,34 грамма. Диаметр у него 6,34. Даже я мерил, там было 6,32. В общем, вот этот полнотел, его лучше использовать в специальных магазинах. Полнотел, тогда он не вываливается и даже точнее летит. Вот. И стрелял, соответственно, тоже специального магазина под полнотел. Вот, раскрылся он у нас. Диаметр. Дальше барракуда. Обычная барракуда 2-граммовая. 6.37 диаметр головы. 6.41 хвост. Вот.
пуля 2 грамма, она просто у нас сплющилась на один бок. И все. То есть это такое у нас шило, если стрелять по какому-то живому объекту, вот, будет пробивать насквозь. Дальше самый дешевый у нас представитель отечественный, в Нижнем Новгороде изготавливаются пули. Самые такие грязненькие они. 6,38 диаметр. Хвост такой весь неказистенький. 6,71. Вот. Они практически не сплющились. То есть вот смотрим, чуть-чуть немножко здесь сплющилось. Я поэтому даже два раза выстрелил. Попробовать. Диаметр стал чуть-чуть больше. Хвост у нас стал под калибр, смялся. Ну и второй также. То есть особой деформации у пули не произошло. Скорее всего, сам сплав какой-то более твердый, чем у чешских или чем вот у этой 7,62. Вот по поводу отстрела. Отстрел производился по жидкости, по воде. Строго, ну, максимально вертикально, перпендикулярно к поверхности, вот, без всякой оболочки. То есть, там кто-то стреляет по пластиковым бутылкам, по пластиковым канистрам. Пластик этот может попадать вот в эту экспансивную полость и как-то некорректно себя вести. Вот, то есть, именно просто по поверхности воды под углом 90 градусов. И об воду пуля таким образом раскрылась. Вот, ну вот эти пульки получил вчера. Вот. Очень интересные сами по себе. Вот. Позже получу еще, отстреляю на кучность и надеюсь, кучность порадует. И скорее всего перейду на 7,62. Что-то они прям такие интересные. Мне кажется, и по гонгам будет интересно стрелять. И для развлекательно-тренировочной стрельбы. И даже какие-нибудь там вороны. Вороны, лисы. Так что вот такой обзор. Смотрите, кто что пробовал. Если какие-то еще пули есть интересные для экспериментов, вот, то можете сделать сами отстрел, можете прислать. Отстреляем их также по воде и сравним с вот этими. Потому что, ну, такими стрелять, например, селезня, я бы не стал. Скорее всего, просто прошьет насквозь и пуля улетит. И смысла как бы скорость большую накручивать тоже нету. Вот. А вот такая вот уже интересно. И там зайчик, наверное, фазан какой-нибудь. Вот, все, на этом заканчиваем. Всем спасибо за внимание.